На съемках со спутника видно, как корейцы загружают эту бочку на подлодку. Скорее всего, они собираются переправить боеголовки к нашим судам. Как только субмарина пропадет с радара, все кончено. Мы не сможем отслеживать их передвижение. И в следующий раз услышим кто там о них, такой? Когда военные корабли в Лексингтоне взлетят на воздух. Начинайте операцию. Да, мэм. Ну вот, меня опять заставляют работать. А корейцы опять улетают в воздух. Ну окей, это у них такая космическая программа. С американской полностью выполняемая, но все же. Так и знал, что сейчас вдолблюсь в это дерево, которое, по идее, должно быть прозрачным, но не тут-то было. Ладно, погнали. У меня теперь на этот раз уже пулеметный бронетранспортер, гораздо хуже справляющийся с бронетехникой противника, но тем не менее. Придется действовать им. Не пешком же фигачить. Есть альтернативные маршруты? Никак нет. Вот дерьмо. Я буду помогать тебе с воздуха, пока могу, хорошо? Погоди, я спущу тебя с небес на землю. Так, что еще новенького? Внимание, корейцы впереди перекрывают дорогу. Давай, 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 давай. Не дайте застать вас врасплох. Чтобы добраться до подлодки, вам придется просочиться вон в ту гавань. Она серьезно охраняется. Заходите с фланга. Отлично, наконец-то. Кто там такой? Не хочешь ты на бампере покататься у меня, а? Погнали дальше. И что там отлетает-то с реактивной скоростью буквально? Ауч! Ауч! Ох уж это корейское бездорожье. Сродни русскими, видимо. Это что такое? Крупнокалиберные пулеметы. И еще в меня стреляют из снайперской винтовки. Это уже совсем нехорошо. Да хватит уже! Нагло и больно, а? Раскормились на казенных щах. Все, никто больше? Ах ты еще. Вас как-то не по-корейски много, господа. Отлично, мне звонят. И почему мне всегда звонят тогда, когда меня пытается отправить на тот свет корейская армия, мать его? Корейская армия. У меня броневик сломался, а мне звонят по каким-то совершенно неважным делам. Окей. Субмарина все еще в гавани. Грузовые люки плотно закрыты. Она вот-вот отчалит. Как нам забраться в нее? Надо подключиться к корейской военной сети в гавани. Подключитесь к ней, и я посмотрю, что можно сделать. Харе триндец. Вот именно, лучше б ракетами помогли. Тем более, что мой броневик сейчас взорвется. Так, это такой же броневик. Черт. Лучше броневик взорвали, эти пулеметы я как-нибудь преодолел бы. А вот броневик. Черт. Не надо по мне стрелять, парни. Зачем? Что вы? Где ваши остатки? А ты кого высматриваешь? Я тут один приперся против вас всех. Корейцы тащат снаряжение в одно из строений. Я засек их с одним из тех электромагнитных гранатометов. Проверьте. Терминал, который вам нужен, расположен в одном из сборных домиков у северной стены. Бум! Бадабум. Лови гранату! Капитан, мать, он опять не выламывает дверь, скотина тупая, кот, я тебя выкину из окна, блин. Я отдам тебя корейцам и скажу, что ты собака, черт возьми. Новой породы. Ну насколько ты наглый, а? Не открывай мою дверь больше никогда. Говнюка в своей жизни, чем
Больше, чем капитан, я не видел, ей-богу, но он весь в меня. Я убью тебя. А я люблю тебя. Да кто там постоянно? Ты нарываешься, парень. О. Ладно, допустим, наугад. Будет клево, если я попал. Вижу нога. Да подыхай ты уже. Сколько можно жить? Что вам еще от меня надо, а? Так, мне в это здание для начала, да? Надо заглянуть, не понятно для чего. Получи по фуражке. Корейского производства. Броню их раздолбали, отлично. Одной проблемы меньше. Я в тебя не попал? Интересно. Ну не так же кинул. Эй, почему я не разбил окно? Привет, я тут пытаюсь гранату бросить, не поможешь. Я дам тебе свою гранату. Куда ты побежал, а? Даже не соизволил подождать, пока я перезаряжусь и убью тебя. Снизу опять кто-то прется. Ребят, ну это не серьезно как-то, а? Вам не кажется? Так, что я здесь должен? Что я должен здесь сделать? Вычистить здесь все, что ли, или что? Ну ладно, вычистил. Вот там все равно орет. Кто там такой наглый? Кто там наглый такой, а? Фрапс здесь более всех наглый. Он опять заставляет игру тормозить. Задолбали всю игру орать агбоньк. Биса Муда. Как вас много. А я задолбал жаловаться на их количество. Вот их все больше и больше становится. Потому что я жалуюсь на их количество. Господи! Ну начинается. Марафон. Садомии. Сдохните! Сколько можно жить, а? У меня единственный, мать его, вопрос. Че вы такие живучие? И че вас много так? Еще приперлись, а? Живым не возьмете, гады. Наркоманы. Да блин, еще один. Как минимум. Сюда иди. Да нифига не один. В том-то и весь прикол. Еще, блин. Из всех щелей. Что, боевик про зомби, что ли, или что? По крайней мере, количество сопоставимо. Кто-нибудь еще? Еще, конечно, еще. И даже это еще не все. Это телемагазин. Если позвоните прямо сейчас, в бонус получите еще 20 корейцев. Долбаный капитан Губка, Боб. Я не знаю, кому мне надо обращаться с жалобами, но тем не менее. И даже это еще не все. И даже это еще не все.
И даже это еще не все. И даже это еще не все. Ребят, да че вы такие многочисленные? Самый кровавый боевик в истории. Сразу вспоминается «Горящие головы 2». Там... Кто там? Чарли или Мартин? Мартин, наверное, Шин. Или Чарли Шин. Это мой дом. Когда он стоял на месте, а на него перли враги, он из пулемета их всех валил в одну большую кучу, и там счетчик включился, и, в общем, получилось так, что «Горящие головы 2» стал самым кровавым боевиком в истории. И сейчас будет здесь абсолютно то же самое. Я думаю, что я даже превзойду еще несколько фильмов вместе взятых по количеству трупов. Что, теперь с этой стороны решили ко мне подкопаться, а? Господи, таких наглых солдат еще поискать. Ладно, хотя бы в патронах у меня не будет никакой нужды, я думаю. Здесь я найду все, что мне нужно, скорее всего. Хотя, у них другие пистолеты-пулеметы. Нет, вы точно заколебали, получите уже просто гранату. Ай, господи, ну и отдача. Кого его-то? Вот уже гарнизон положили весь. Я не знаю, батальон, дивизию. Я тоже могу так орать. Но зачем? Если можно просто всех убить. Гранаты зато нашел. Я думаю, что если немножко пошарю... А, у меня уже и так полно патронов, так что можно стрелять и дальше. Что мне здесь надо сделать? Неужели мне надо все зачистить? Только не говорите, что так. Слава богу, мне всего лишь нужно скачать некоторые данные. Проверить электронную почту, кто мне там ВКонтакт написал и все такое прочее. Можешь открыть люки? Я хочу взломать их аварийную систему. Тогда я смогу запустить пожарную тревогу прямо отсюда. И люки откроются автоматически. Отлично. Контейнера нигде не видно. Должно быть, боеголовки уже погрузили на подлодку. Корейцы вокруг вас зашевелились. Пока мы с вами беседуем, их вертолеты подтягиваются к вашей позиции. Не надо вертолеты. Как это могло случиться? Думаю, не надо вертолеты. Я вломился в их систему безопасности. О'Нил, немедленно возвращайся на базу. Твоя помощь не требуется. Мне не нужен очередной синий код. Мэм. Нет, она права. Лучше будет, если я верну транспортник на базу. А ты там не подкачай, слышишь? Псих, субмарина может отплыть в любой момент. Через считанные минуты вся местность будет кишеть корейцами. Так что твой единственный шанс пробраться на борт. Отлично, там еще их больше, видимо. И это снайпер. На этот раз это снайпер. Ладно, штурмовой прицел ставим. Подбираем патроны. Так, эти ребятки к нашей армии никакого отношения не имеют. И чё я тут распинаюсь перед ними? О, господи, что это было? Давай, давай, залезай, залезай. Кто придумал эти кнопочки E вжать для того, чтобы задействовать лестницу?